Насчет того, что вот у евреев, например, причастие проходит только дома, а не у них там в церкви. Вот как им можно объяснить, что именно в церкви можно правильно причастие принять? А где вы такие видели, что дома они принимают? Дело в том, что у меня друзья есть евреи, и они дома обязательно принимают. А как принимают? Где они его берут-то? Вот не знаю, вот сколько я с ними разговаривал, они говорят, что именно дома надо причастие принимать. Ну, они говорят, так, где они его возьмут-то, если священника нет, литургии нету. Причастие – это же не пряники в магазине. Да, я им это и говорю, но как-то не понимаю, а как можно еще по-другому им объяснить это? Ну, как можно объяснить, когда мы не знаем, что объяснять? Да, вот, это тоже правильно. Вот 1000 лет крещения Руси, и никогда не было по домам, не считая, когда были гонения. Тогда тайно священник совершал литургию на дому. Да. Спасибо. Понятно. Вы как-то бы фотографию поставили, как порядок такой тут. Да, вот я вчера целую ночь пытался оставить фотографию, вот никак не получается. Ладно, так, вопросов нету, я ухожу тогда.